Мы продолжаем. Сегодня в Якутске на воду спустили плавучий университет. Из столицы республики впервые стартовала экспедиция Российского географического общества в составе ученых и студентов. Проводить исследования в плавании на судне капитан Горовацкий приехала и наша съемочная группа. Старту нашего проекта «Плавучий университет» на реке Лена. Поздравляем всех! Для студентов такое путешествие – новые данные для дипломных работ. А для жителей населенных пунктов по пути следования – это возможность получить знания об экологической обстановке своих поселений. Нам сказали, что в Тикси будет очень холодно. Также теплые вещи. Конечно же, географы взяли компас. Что еще? И рыбацкой принадлежности. Сказали, что будем рыбу ловить. Еще палатку, спальник, что-то самое необходимое. Ради проекта силами Лорпа было восстановлено судно, которое ранее не эксплуатировалось, и создана команда. А капитан рейса впервые поведет судно по такому маршруту. Именно с научной экспедицией, да, самому интересно. Рейс такой, скажем так, действительно на государственном уровне, поэтому и у нас есть какое-то любопытство, конечно, что-то и они нам поведают, наверное, пока будем ехать. Слушателями масштабного проекта стали 21 человек, среди которых географы, экологи, историки и геологи. Целый месяц они проведут на воде, где наставники передадут свой опыт исследований полевым методом. Через 2-3 дня мы будем в Тиксе, мы обратно пойдем уже с подробными остановками на всех населенных пунктах, забирая пробы воды, почвы, грунта, льда, для того, чтобы делать анализы на содержание тяжелых металлов, пестицидов и многих химических элементов. Этому теплоходу предстоит долгий путь. Конечной точкой маршрута станет залив Неелова. Только через месяц молодые ученые вернутся в Якутск с новыми исследованиями в области экологии. Юлия Великодная, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.